Ну камни я у него вижу. Но чарок только нет нихуя. Так, что там? Кому зелье это раздать, которое скорости? У Бахнта вроде ничего. Нормально все. А что, какого берешь-то? Я вот именно что такого брать. Тироу только решит. Раните? Ну давай. Все равно не последнее ДПБ. Тебе что это? Зелье? Прикол в том, мне еще один ММ писал. Что сделать? Ну, один рано, Ваня, рани. Жека, ты там все настроил себе? Ну да, я в принципе ничего не менял. Я просто посмотрел, где какие кнопки у тебя стоят. Придется так, Занпу. Значит, в следующем. Сейчас пока таким составом будем. Все, заходим в инст. Так, что там? Вот ты первый начнешь. Сколько ты? Два стака продержишь? Ну, блядь, по-любому. Да, потом протопал. Забирает боб на БДК, чтобы он скинул стаки. Тоже два стека. О, ништяк. Сейчас вам зелье скорости раздадут, чтобы не врезался. Топал два стака и БДК забирает. То есть 6 стаков у нас получается. Больше паладинов нету. Надо вот эту всю фигню прохилить. Когда на ДКшнике будет первый стак, ну когда ты. Когда он второй раз будет, ты ему дай капну. Когда появится второй стак, ты ему дашь сакру. Надо рост, наверное, по-любому давать, чтобы стаков много на этом на мамонте не было, чтобы он чисто танк не ваншотал. Короче, мне обмен забагали. Англив, значит, на АП кричишь. А, погоди, что за рейд? Фурик, Хантер. Ну ладно, да, на АП кричи. Протопал всем каски. Раздайте всем корни, а то эти сноубольды будут на рандомного игрока бьются, немного будут биться. Я сам обмен раздан, никто не кидает меня. Ну да, чё у меня тут? Ну да, прочариться бы фоги бы вообще бы нормально было. Главное, тактику тут все знают. В гузах больше там густак. Смотрите, не стоит это копить. Хочу чек на пол. Посмотрим. Если что, упадем, так на первом-то 8 мотовин. Все фигня. Сколько миликов у нас? Один? Один милик, да. Ты думаешь, лучше на ХП пусть крикнет. Для танка. А по ТОСу так-то ХП он. А на ХП, конечно, на ХП. Ладно, все как бы готовы, запускаем. Добро пожаловать. Только никакие пухи там не переодевайте во время боя и тому подобное. Обычно неплохо аэродро что-нибудь зачарить. Хоги, можно зелье? Кому дать еще зелье? Давай, я вылезу на самом деле. Карл друиду. Стой. Чё? Войду можете дать с зелье ускорения. Это чё хотя надо? Хотя я танк не умру, там что-то ещё не очередно. Ладно, давайте. Фласки выпейте, главное. Так, это дед мой. Фласки можно пить тогда на стой ярости, да? Да. Первый стак.
Второй, забирай план. Где у нас снова не было, да? Нет еще. Умри. На нахуй. Да. Берни. Жека. Кого бери? Ой, да кого? Ну чё, долго-то? Подерёшься? Забери, ой, забери, забери. Хиль. Давай там каплю. Все добивать. Убейте мобов в 3 моба целых. Инер, ЗСПД. ЗСПД, Инер, дайте. Ману еще нет. Давай гимн на ману. Давай гимн на ману. Кого бьем? Снобольдов пьем левого червя. Утопал, да, все норм. Левого бьем червя. Приста баф, приста обнови. Давайте себе баф, люди падали. Инор, кому дает? Рейндж. Жри... А, другому шаману дайте. Кто? А, топорище, который. Вот, забирай. Ой, протопал, забирай. Не доставал. Хотай, хотай, хотай. А ну уже. Андрей еще под дебафом. Все без токсина. Все, все пока. Рэнч наберите сейчас. Сейчас рэнч наберите. Все природы поставим. Никто ничего не переодевал, пухи. Че, кого бить будет? А, бейте, которого в центре. Кровь в центре. Афина, посмотри. Кто под дебафом будет, пробежишь вперед. На мне токсин. Беги ко мне, Шерри. Беги к танку, беги. Да как, которая бегает? Блять, сюда, ко мне. Не... Тупой, где ко БДК? Второму червяку. Где БДК? Наконец-то. Англифе. На Англифе дебафы тут. Ну я его прибежал. Чё там, давайте бей? Одновременно их бить, наверное. Жутку бейте. Одновременно пробуйте убить. Ну, чё ты? Идите, так, кто, кто? У кого БР? У кого БР есть? Ну не агро обнуляют, когда меня, когда ползают. Бафы. Паладин, убейте! Магу бафы. Протопал, давай бегай перед. С червяком. Заберешь? Ну бегай, пока он не плюет. Бегай по зеленым людям. А зеленые люди, бегите к нему. Я сейчас встану, пизда. Беги, беги. Все. Вот, теперь бейте. На меня дебаф. Вдвоем хилите. Теперь это зеленую бейте теперь. У которой 300 хп. Отворачивать тебя от рейда за спину. Прохильте, прохильте. Идите за спину. Блять. Если да, это со мной. Ты протопала прохильте? Ман, ну не стой. Разбегитесь. Разбегитесь, Бога. Разбегитесь, разбегитесь. Так, бьем. Бьем пока так. Все нормально. Я говорю, но главное, чтобы он не врезался. Пососитесь там. Встаньте. Короче, если мы будем в разные стороны раскидываться, то мы друг друга можем не захилить. Угу.
посмотрим, ко мне бежит. В принципе, простой бус. Да, он зыбнем быстрее. Снимай вступление, да. Только в следующий раз быстрее сними это вступление. Но я да, в другом концу Колизея стоял. Ну вот, для этого, нужно встать полукругом и отлетать к одной стенке, а не к разным стенкам. Вы понимаете? Вот, допустим, где-то темы шамана. Станьте полукругом в том месте, где стоят тотемы шамана сейчас. Из-за спины босса выйдите, чтобы мы отлетали к одной стенке, а не к разным стенкам. Чтобы хан это вступление сразу мог снять. Вот, надеюсь, мы к одной стенке отлетели сейчас. Ну вот, смотрите-ка. Бусты надо отдавать теперь. Серию там, по-моему, по хурику. Ну, так же где-то темы полукругом станете, я сейчас его заберу. Че, вы каких боссов будете двоем хилить? Ну, рывок на меня. Ну, зелье выпил, нормально. Все, добьете. Ну? А так, чё, кому там это кожа, вот, фоги чё-нибудь можно там дать. Ну, я тоже начну собирать. Цова. Не лишнее. Гера у нас сколько? Подождем Геру, пока не запускайте. Две минуты. Надо, конечно, Геру на каждом боссе ждем. Тут, короче, прикол в чем? Тут рейндж надо максимально держать и... Суслик будет стаки ворвать. Ну почему ты говоришь, что не убьем? Там урез хила. Тебе надо кольцо? А мах может пряников дать? Знаешь, дофига я посмотрел лучше. Спасибо. Че, на хп кричать или мэр? Да лучше на хп. Ну купе, поживи. Знаете приступов? Я без понятия пропета. О, а рыба есть, нет? Там что пожрать? Чё тут на этом гусе? Портал надо вливаться сразу, да? Портал, вулкан, да. Вулкан, ну под вулкан сокру. Аура. Что там? От огня на вулкане. Че, ну и там цепухи, считай, что на вулкане цепухи. Ну мы тут захилим. Лучше не рисковать для хила, чтобы там точно. Ну, Суслятина, допустим, ворует. Трофина тоже пускай. Трофина, знаешь, как рассеивать заклинания с босса? Да. И, допустим, жри СПД, пускай тоже промеж цепух, два раза нажмет этот самый ветер воющий, блядь, пронзающий, как он там, блядь. А ты что, все не собьёшь? Ну, просто там есть такой момент, если мы долго бить будем, то если ты один будешь воровать, лучше пускай все помогают сбивать, потому что если он цепуху пустит, порейду там в шотник. Запускай. Нет, ты один сможешь делать косты. Там на ДК хватает ПД. Я не про ДК говорю, я про 10 стаков, которые босс на себя вешает. Сейчас это... Полукругом встаньте. Ты хила надо? Я насчет хилов не знаю, как люди урон будут ловить. Метку, допустим, надо захиливать. Там и захилиться, пару хилок кинул.
А где Фога стоит? Ага, вижу. Шаман где? Вижу. Я зачту. Ну если вот этот топорище нормальный хил, если он прям все соображает, метку там захиливать, то тогда можешь в лему. Да не, уж поздно чё. Да не. Я в лему на ласте спекался, в лему когда вот сделали. На ласте, мне кажется, хз. Ну вот именно что я, не, я лучше в хиле побуду, во всех боссах. Не надо зерно кошмарника. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Я главный! Все, Герфу отдам. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джарацус! Эретанский повелитель Пылающего Легиона! Это метки не перепутать. Сейчас портал, бейте портал себе. Утопал трэш. Утопал. Хан, беги. Хан побежал. Потом вулкан и големов тоже слейте, конечно. Руфина, беги. А госпожу так ливой. Палец на нее, все дела, и убить надо. У нас говно всякое вешает. Да. Давай, там что, мастера? Вулкан. Вулкан, бей. Сокру парей. Цепухи, цепухи, только цепухи. Фога, беги. Трэш напишите потом. Тоже. Беги, беги, не стой в луже, сдохнешь, блядь. Чё, ты пряник. Давай не тупи. Давайте бабу добейте. Будет еще портал, потом босса добьем. Всех портал. Сильнее, сильнее. Ну все, и бабу. Этот босс. Руфина, беги. Не знаю, есть смысл этот култ пообещать? Есть. Хуя. У меня арпа-то, господи. Вова, беги, Руфина. Я же этими тапками бегал, фиг его знает сколько. Ну вот, бери. А я уже за этот сделал. За крафт. Ой, вижу. Пан, давайте все к нашему счету. Вот ему убираем, что он уберет. Да, блядь, все слять, оно. Ты хуйню говоришь. Не нужна помощь, мы убьем, если никто не умрет на Васте. Если Хант прицельным бьет, урезается хил. Если рейд делишь на 30%, то босс меньше хилится. И дамаг наш будет больше, чем хил. Сейчас вроде не режется от хил от Ханта. Не знаю. Еще серьезно? Если не режется, то пиздец.
Болин режется. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем. Ну вот Трофина хуёво дамажит. Это стопудово, бля. Это хорошо. Была бы пальпация вместо Ханта. Ну, блядь, Хант тоже мало нахуй дамажит. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. И Фурика потно реально дамажит. Ираги нет. Извини меня, я два раза за бой переключаюсь на восстановление маны. Так чё, сейчас погодите, метки расставлю? Да, это потому что ретрика нету. Я тебе о чем? Был бы ретрик, я бы не переключался, было бы больше дамага. Это, Вова, ты через взрыв бьешь? Нет, надо. Как? Конечно. А как нет? У тебя и по ДФБ должна ветка по-другому, по тир 9 сделана быть. Видишь, просто шмот напялили, а что к чему, зачем, бонусы не читают никто. Ну, да. Вообще-то ветка переделывается на посланника, здесь у него нету улучшения взрыва разума, но взрыв разума резает ману хилам и ханту, ты им бить обязан по КД. Понял, сразу понял, как только Женька вскокрасил. Вот, давай ты на ретрика заберешь с рейда. Прото на ханте всегда, чтобы он на тебе был. Жека, контролишь мага? А нет, контролишь печеньку шамана. Лучше всего профитнее будет Жеке контролить какого-то хила, потому что от хил все сильны. Я вот и говорю, шаман, он будет печеньку контролить. Угу. Ты на трусах, протопал на луне, будем первого квадрата сливать локра. Вова, Трофина на дисплее постоянно. Ну, Дота навешивает дисплей лишь. Далее, что у нас? Маг. Маг мага контролит. Вот и все. Надо кому-то... Что там? Фога особо не сыграет роли. Фога тоже вихрь кидай на дерево. Канает, да, по дереву? Вихрь канает. И еще канает сова и дерево наши могут сменить форму на медведя. Или на кота, набить комбо-поинты и дать стан своим кружку и это самое, чередовать с вихрем. Чё у нас? А, Гера еще 4 минуты. Ждем пока. Эти боссы без Геры убьются, вот эти вот чемпионы. А, это самое. Может я в Элема спрятусь? Смотря как этот шаман, если он хилит хорошо. Может, чё, прохилит, конечно? Да. Не надо. Так чё, шаман, надо, не надо? Шаман, прохилишь Сабру? Давай не будем рискать, уже идем, как идем, так идем. Нет, так... Ждём Герми. Ты тогда через цепуху давай по боссу, которого бьем. Либо ты, либо Трофина рассеивают с него хоты. Если вдруг друид, и шаман будет из-под контроля выходить. Ну я постоянно эту рассеивалку буду кидать. Да, можно массово, да, там, тем более маги будут новые кидать, локфир. А, это самое, я если чё, в жабу этого мага превращу, а другой шаман этого шамана. А жаба такое лема? Не только. А, ну жаба вообще плюсом пойдет. Второй шаман тоже может кого-то в жабу кинуть. Например, дерево кидать, когда вихрь КД будет у Фоги. Чё, может, я тут не могу? Превращается. А, шефа можно всех пугать? Моментальный крик. Не можно, да. Нужно. Забегаешь, 2-3 моба стоят, тупят. Фернул их нахуй, и пиздец. Ты самое сиди, Резрик побежит в рейд. Жека, корни на него пустишь. Кого после лока хочешь бить? Ханта? Да, Ханта. Все, моя задача. Ретрик. Ну, этот протопал наш тоже побегает, станы подает и все. Ну и сало еще может кидать там промежуток. Не, это смотри, суслик там протопал ему стан даст, в это время мы должны уже лока закрыть под Герой. И потом уже переключиться на него. Да тут тем более 3 хила, так ты держись в сторонке, ману щит еще себе кинешь и фонду. Да, блять, кто со статин убьет? Никто не убьет. Тут нет уроги, вару, ДК.
Ну да, хан. Только хан. Ну, как ханта, дальше все. Глубо уйдешь на 10 секунд и жди там. Это если он на него сагрится. Ну чё да. Там, чекай, чё? Чё там Гера ещё? 50 секунд, погоди. Гера там нам нахуя? Блять. Первом оба слить. Всё законтролится там, блядь. Да. Ну хуй знает. Для страхов. Ханту, кстати, может пробежать варм и так мимоходом дать дизарм, понял, да? Просто так. И хант может ханту дать дизарм, если что. Че, у тебя там питомец какой? Сова, что ли? Нет, я могу... У меня есть укус скорпеда, который обезоруживает. А, нормальная тема. Укус скорпида, блядь, и выстрел, блядь, этот. Ну, понятно, химера. Ну-ка, линканей выстрел, есть укус. Все, чек. Все готовы, танки начинаем. Где Лока, квадрат? Убеги отсюда, сова кто-то. Я пока не могу прочитать это заклинание. Не спать, у них хилы, у него хил Гера. Так у нас отбегайте от треугольника, дерево, фога, вы ебите на другую сторону. Но вас пойдет, блядь. Все хорошо, вы хоть отгубили, хоть одного. Добейте Лока быстрее, сейчас за хуйня с дамагом. Не диспель с ним. Не диспелят. Так диспель, ебаный рот, шамар. Диспель ты хил. Диспель точно с ним, вот ты ебаный. Кстати, луну, луну. Били, да? Луну, да? Да, да. Давай, блядь, заходи в кучу эфир, давай этим пидорам, там миликов нет. Ебаш их эфир, нахуй, пуля не кастует. Ты как ПВП, ебаная. Сука, почему сюда идет? Стан магию нахуй, диспел с меня. Блять, некому диспел. Вон там, Юра Хип можешь. Он, кто? Богу заебашили. Как это тот был, не успел. Как тебя заебашили? Диспел дайте. Да диспел, ну дайте, ну ё-моё. Диспел может давать еще протопал, который вообще сейчас нихуя не делает. Он тут вообще, блядь, бесполезен. Да, блин, опять это хан. Да, ребята. Там бьете кого-то, нет, нахуй, ебаный рот. Ну, следующий кто тут? Шамана, давайте печеньку. Печеньку. Кого-то уже хуяйте. Приз, зайди, дай эфир этим пидорам. Ебани эфир, хули они хилят. Вот заебись. Самула кто-то кидайте, блядь. Жабу кинули его нахуй. А, блядь. На дерево, на дерево жаба. Дерево, ебани жабу, кто там. С кнутов шаман. Ебани жабу на него. Хули он хилит стоит, блядь. Бабы нельзя, действует. Не работает на дерево, проклятие? Нет. Нельзя превращать ни в какое говно. Так это не превращение, это ебаное проклятие, бля. Ну-ка попробуй. Можно, нет? Нельзя. Значит, на другого пидора, нахуй.
Мага, дайте мага. Дайте мага. Это же как ебаная ПВП, блядь. Если ПВП умеешь что-то, это вообще босс легко. Он спасся. Гардру потом. О, приспел. На ему сало, на. Все, пару костов сбил, пиздец. Друля, вихрь, на. Все, блядь. Давай, хуйтов. Ветрика. Друля, добейте. Есть дверь взрывом, пожалуйста. Роман вообще не бьет. Бью, не волнуйся. ПКД. Почаще бей, всего лишь 9. Как откатилось, сразу бей. Это пригодится. Ну как КД откатывается? Ну мы дольше бьем, ты мог больше взрывов дать. У него там КД 7 секунд, 8. Мог, но еще диспейлил. Сейчас я вам покажу диспел. А какой там шмотор пистав, хуёвый или нормальный? Да факт, а, что он не это, не дает, нету бафа на генмана. Диспел. Понимаешь, нету бафа на генмана от него, но вот нету. Че, петишь там, не петишь? Не, не петишь. Давайте отходим походу. Ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Лича. Давайте фул ребал. Ну да, нету нихуя этого. Нету взрыва разу, понимаешь, не бьет он. Я не знаю, что за хуйня. Как не бил, я взрыв вам сразу, но вы чё? Смотри, сначала палец вешаешь, а потом уже взрыв делаешь. Он, наверное, не я вешал. Даже палец не вешаю, я просто взрыв вам тупо долбил. Нет, для того, чтобы эта фигня сработала, надо сначала палец повешать, а потом взрывом ударить. Да, блин, вот видишь, ты играешь за Христа, и нихуя не знаешь за него, блядь, нихуя не знаешь. Ну, хоть потрясайте. Это хуёво, блядь. Да, и баф от черной магии есть. Ждем Геру. Че, как будем бить? Давайте мне тактику рассказывайте людям. Тут нихуя не знаю. Протопал. Берет черную сферу бой, ты возьми белую. Нахуя? Стоп агро не срывалось. Блять, у них общее агро. Там вообще до пизды кто какого берет. Ты же делаешь больше агрогенерации, чем протокол. Ну и что? У него два таунта. По 8 секунд КД. Все равно. Или ты хочешь как обычно. И плюсом, смотрите, Хантер и Войд возьмут белую сферу, получают, чтобы Хантер ту черную валю бил. А остальной рейд здесь берет черную сферу. Хан берет белую, понял. Да-да. Ну, и а... бьешь черную валю. А так по тактике. Если чтобы щиток был, то Хантер уже какой-то дамаг наносил. Сразу же. Понял, хорошо, буду иметь в виду. Короче, я с протопалом тупо бью темную. Можно, если нам повезет, то черная воронка будет, то мы как бы продолжать белую вальку бить будем, то Хантер возьмет черную сверху. Ну это понятно, это само собой. Чтоб не умереть как бы. Ну понятно. А, Гера будет не с пула, а под щиток. Я что-то это, да, чё? Я знаю, что Прист хуёво играет, блядь. Ну когда это на 20% там рун повышается или чё? Смотри, меня суслятинка танчить учит.
Сейчас он расскажет то, что я не знал. Ну, чтоб тебя не сваншотило. А чё она делает? Там мега удар будет по тебе. Ну, на ней баф, который... Шип ёбан. Смотрите, вот. Будет это... Чит, да, будет, например, на черной вале. А белый танчит вали, получается. Протопал должен прожиматься. Если щит на черной вали, а ты воит белую танчишь, что ты должен прожиматься. Короче, та валька, которая кастует на себя щит, и ее все бьют. Та валька, которая без щита в это время, на нее вешается баф, который увеличивает там то... на 5 атак урон на 20%. На эту хуйню прожимаешь. Да, все правильно. Тот танк, который ОТ получается, как бы должен прожиматься. Который танчит вальку без щита, который. Что там? 20 секунд. Давайте чек на пул. А также я шарики поведу. Нет, ты ставишь, что нам опять я желаю КП реген. Все готовы, запускай вай. А когда этот удар дает она? Сразу или как? Сразу, как щит сбивается. Как сбивается? Как сбивается, да. Жуткие валькиры, крылатые вестницы короля. Короче, не ебу нахуй. На шару. Войт и Хан берут белую. Протопал черную возьму сферу. Протопал отходил, когда тактика была, ебать. И это самое. Валь сразу подводите. Сколько хилов сверху? У нас? Чё, как? 3 хила. Люди, наверное, с белыми... Давай. Подожди, люди с белыми ловят белые шарики, а черных бегают, либо сдохните. Люди с черными ловят черные шарики, от белых отбегают, либо сдохните. Один шарик можно еще прикрыть. А если два шарика попадут, то все пиздец. Ладно, давайте чек попью. Ты не торопись. Если бить, слышишь? По БР, смотрите. По БР первый дает Кога. Давай только сразу же давай. Второй БР Аркона. КД еще. Сколько КД? Сейчас секунду, как класс нормально. Ладно, что, погнали. Танки, идите. Черный, о, белый, да? Иди к белому, там. Чтобы не цвет курик смог сбить. Хантер далеко. Хан далеко стоит. Слышишь, Юрл Хип, подведи к белому порталу. Вальку свою. Поближе. К белому. 5 секунд вдуха. Волна. Шот, ну, поймай. Забери бал. Щит, меняйте. Берем белый, берем черный. Ну я дамажил, извините, как мог. Идем дальше. Забрал. Набери. Шли к черному потом. Дайте баб. Баку дайте, черный ветер. Хильте, коли вы смотрите на меня. Способность. Чё, белый? Уберите быстрее, на. Рост дали, а уже сейчас хуй собьёте. Сейчас должен. Ты должен прижиматься. Все, пиздец. Бэр. Есть Бэр? Есть там. Вот он. Бэр. Забери протопал. Берешь там?
просто баф этим, пиз баф дай. На хп крикни, вар, обнови. ДКш падает. Каск, ебать. Броню режешь. Видите, белый? Это пиздец. Повезло. Да магия ноль, нахуй. Санхилится, я думаю, 20%. Нет. Нет. Жесть. А что надо быстрее это все делать? Да, меняйте, нахуй, уже 10 секунд прокастовала, но вы меняете. Ну так надо брать, наверное, вам черную сферу и идти бить ту вальку, нахуй, которая тебе больше. Пусть знает, поможет, нет. Нет, так и бьем, подожди. Ничего не это. Все под белый, никого не убьет. Белый ворон. Мне кажется, лучше вам сменить сейчас на черный цвет и пойти тубить. Протопал, ближе к нам подведи. Потому что мы потом не доколупаем. Иннер дайте. Фанам иннер сдайте. Че, меняем? Я хуй знаю. Не-не-не, ничего, нормально бьем. Смотрим. Я говорю, просто вы потом ту вальку не добьете, нахуй. Смотрите, сколько. Меняйте черного быстрее. Да, быстрее. Бейте сильнее, нахуй, прожимайте всю хуйню. Сбить каст надо. Держу кнопку. Нихуя, нахуй. Ну до берсы 2 минуты, ну давай почти. Не повезло со щитами. Да вообще не везет. Идем на ворон, беремся. Идем на берем. Шаман есть тотем? Берси хуй знает, ну чё будет. А давайте проупайте. Спецспособности. ЖК! Чё там пеги? Нормально. Идём дальше. Ну сейчас, если за 3 секунды добьем, то все, это упадем. Ну там ляма, я хуй знает. Потом, я проживу потом. Нечем отдыхаться. Бейте черный. Бьем. Белый. Бейте. Кнопка на незыблемости. Билась незыблемостью. Тучку ШП. Давай, бабл там есть. Доту добью. 200 тысяч. А зачем вы их разбудите? Там пока ты бежишь при смене. Так не делается же. Их вместе держат. Там ты как бы один милик. Тебе чаржнется. Ну как бы я менял, не знаю. Да так. Хоть тупо не повезло с этими спецспособностью. Дело не в везении, дело в том, что надо менять моментально, когда вот эту хуйню она вешает щит на себя, вы уже должны были сменить. Вы его меняете, нахуй, через 15, сука, секунд. Я менял сразу же, не надо гнать. Ну, не ты там, кто-то, блядь, сова там, блядь, похуй, вообще ты в небо смотрит. Кто там еще? Давайте нормально что-то видим, надо делать.
нормальный шмот? Ну, нормальный шмот, чё время терять? Фога с Шамом похилишь, я вылем. И шип, кстати, я хуй знает, там щита никакого не было, она бьет хуй пойми как. Вот этот шип. Че, нормальный шмот одеваем, что ли? Да, да, нормальный шмот оденьте. Ну хочешь, так можешь не одевать. Смысл, мы уже одну попытку проебали. Там всего хватает дамага, просто поздно меняли, блядь. И похуй там щит, не щит, к этому надо быть готовым. Их, ну хилить их, хуй знает, 30% хп, она мне 30 тысяч дает, а хп не хуловая, блядь. Хуй пойми как щит. Вот это все до ФБ, да? Там, блядь, ну... Общий агро. Нет, там рандомно варка. ХЗ насчет цикла не слышал никогда. Шаман! Так цикл, ты имеешь в виду одна, вторая потом? А сами способности, чё вот эти щиты вешают, значит рандом. Шаман! Ты готов, ты тут? Запускай нахуй без него, блин, да. Все, переодеваться, да? Да, да, нормальный шмот, оденьте, говорю же. Закрыть, закроем его все. На следующем КДС приходите опять так же. 14.00 воскресенье. Да, делаем. Не слышите. Не, приходите. Да просто видишь, мой... С этим... Со спецухой с первой не повезло, вот и все. Дело не, сука, не в везении. Дело в том, что, блядь, с любой спецухой, блядь, сука, просто сменяешь сразу, сука, ёбаную вот эту воронку, нахуй, бьёшь сразу, блядь, а не через 10, сука, секунд. Англия, бери, давай, чё, протопал бел, БДК, чё? Блин, я спек ем. Протопал белу возьми, чёрную вальку танчишь. Всё, танки начинайте сразу. Нахуя он там другой? Во имя тёмного повелителя, во имя короля Лича. Есть смысл держать их вместе. ХП общее, плевать можно. И когда вару надо будет менять цвет, он сразу сможет другую бить. Потом, когда сменят цвет, да ну блять. Вот если бы с первого раза так же было, мы бы вообще зашли здесь. Ну да. Не, нормально шли, вот серьезно, хорошо шли, вот просто не повезло со спецухой. Повезло, не повезло. Со следующего сезона тоже будет ДФБ? Мне это не нравится. Надо готовым быть к этой спецухе, она легко убивается без героя. Не, ну слушай, ну не все такие шустрые, например. Не все могут так быстро поменяться. Так надо, блядь, прийти сюда так, чтобы был шустрый, сука, изначально. Я менял в течение 1 секунды, 2 максимум. Потому что я стоял возле порталов сразу же. Берите белую, бейте другую, нахуй. Вот смотри, блин, 10 секунд прошло, только сейчас меняет. Если сейчас ботинки на танк упадут, я вообще охренею. Нет. Убери лезвие, когда оно топово. Их можно два на себя? Да. Стога вон на три пошли. Ооо, так зашибись. У меня просто одно есть, а второго нет. Чё, будем бурстить с пола? Хули тут вообще можно, блядь, ну, да, автоатакой убить, на нашем шмоте. Король Лич понёс тяжёлую потерю.
Ладно, ребят, понимаешь, все еще когда сделаем. Ну, ну понятно, блядь. Просто кто-то, два тела, три не придут. Им придется, блядь, стерпеть поражение. Может быть, Клод уже зайдет. Аня зайдет, может еще кто-то зайдет. Не, ну я тут подучился, малеха. Да. Нерубианцы воздвигли цель. Чё б тамазал побольше? Под льдами Нордскола. Ну, стать правящим. Может, еще что подскажете? Чё-то я завис, блин, белый экран. Я вчера, прикинь, Войт, это наручи и пояс на танка туповые и это печеньку геройскую с рулем. И кого на то один? Ну, вообще офигел просто. Можно после этого еще одну собрать. Давай я тотем от сил природы поставлю. Че, простим с пола? Да, конечно. Конечно, без взрывания. Чат, дайте зайти-то. Это вылетел его? Да, Игрюш, белый экран, чего-то, тормоза какие-то бешеные. Можно это самое, можно потрениться. Шмот одеть. Че, на прикуле? А че, мы же где-то упали на 49 тоже попытках на заке. Потом шмот одели. Мне кажется, смысл. Дамаг слабый, бля. Ну да. Ангриф, а у тебя РПБ сколько в фурике? Чего? В ДФБ мало, в фурике. Мало. У меня триньки нету, которая прокает на арку. Там с ульды идет тринька, по-моему. Да, если бы уже была, если бы была триня, я бы получше сделал. Я как увидел, у них логи далеко не попал. Все, начинаем. А я в нем делал. Кто-то по жуков. Касса бешеных там. Вот сейчас даже в нормальном смоте я смотрю, как вы жуков убьете. Так мы же бустим, вроде босса. Ну ебать, что не должны быть убиты. Там чисто хурик спасает. Сейчас... Можно, короче, давать Геру жуков следующих убить и спокойно добить босса. Вот этих жуков надо убить. Можно сейчас Геру давать. Этих жуков надо убить. Жука добейте второго, последнего. Все, его там, конечно, на ДФБ там жуки имеют больше приоритет. Конечно. Их слить, чтобы спокойно босса бить. Вот еще ебаные жуки. Там их, наверное, 4 накопится, блин. Там будут 2 законтроленных, это точно. Один протопалом, одним шипке. А вот на Ардру пояс тоже бери. Если трофеи не надо никому, то я заберу их. Дело на танк. Да. Забирать? Потом будет. Ну, одна ручка такого, она фростбека. Ну, там получше есть на Энка. Какое одна ручка? Да, вон там было. Присните, пожалуйста. Вон, Фога, возьми на Ардуле. Одна ручка. Ну, я взял палку, сейчас посмотрим, что это придет.
через полчаса целка. Ну, попробуем. Ага. А если кому-то зелье на... Короче, зелье скорости, если кто-то не использовал, отдайте, пожалуйста, это на БГ их юзает. Кому надо?